Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Продолжаю описание сортов кратких томатов. Но так как я проживаю в сибирском регионе, то, конечно, большинство сортов у меня на участке это сибирские. То есть вот такие вот отмеченные снежиночкой, что обозначает этот знак, что сорт пригоден для выращивания в регионах с холодным климатом и с коротким летом. Вот сорт Кёнигсберг, который любят, вот у нас в регионе любят все, и он почти, его можно увидеть почти в каждом огороде. Сейчас прочитаю вам описание. Извините. У нас мороз 36 градусов, холод такой, а мы готовим землю, выбираем сорта и ждем весну. Томат крупноплодный, любительской селекции Кёнигсберг. Среднеспелый сорт сибирских селекционеров-любителей. Растение индетерминантное, предназначено для выращивания в открытом грунте высотой 1,5 метра, 1,8, почти 2. Характеризуется хорошей завязываемостью плодов в теплицах. Сорт очень обильный. Растение буквально усыпано красными плодами, удлиненной баклажановидной формы. Массой до 300 грамм. Плоды очень ровные, плотные, вкусные, прекрасно консервируются, хорошо хранятся. В зависимости от условий выращивания и плодородия почвы, урожайность достигает до 2-3 ведер с одного растения. Сорт прошел акклиматизацию в западно-сибирском регионе. На один квадрат размещают 3 растения. Вот видите, и производитель тоже оды поет этому сорту. Ну, действительно, опять... Я хочу сказать, что, конечно, урожайность зависит от плодородия почвы и от ухода. Но если создать вот этому сорту все условия, если будет тепло, светло, жирная, хорошая плодородная почва, то вот все, что написано производителем на обратной стороне, все это сбудется. Сорт действительно очень урожайный. Вот таких вот, но я его не называю как баклажановидной формы. Ну, просто вот такие... Удлиненные томаты будут висеть, облеплен куст будет весь. Они действительно очень вкусные. Крупные сорта идут на салаты, крупные плоды идут на салаты, помельче идут в консервирование. Этот сорт очень любят люди высаживать, которые торгуют на базаре, которые вот занимаются профессиональным выращиванием. Сорт Кёнигсберг у них всегда на первом месте, потому что отдача великолепная. Кто еще не пробовал садить, вот этот сорт идеальный, потому что вы видели, там написано, что завязывается очень хорошо в неблагоприятных условиях. Именно вот этот крупноплодный урожайный сорт подойдет тем, у кого не сильно длинное лето, не сильно теплое. Именно сибирский регион, уральский, Дальний Восток, все, которые обделены нашим солнцем и теплом, Кёнигсберг подойдет идеально. Советую посадить. Это он не скороспелка, конечно, он рано у вас не будет, но зато потом вы будете очень довольны. До свидания. С вами была Ольга Чернова с кратким обзором всех сортов томатов.